И всем привет, ребят, с вами, как всегда, я, Игровой, и сегодня мы будем играть в Bedwars Pokemon Go. Ну что ж, поехали. Давайте-ка мы тут быстренько поутаемся. Так, не понял, чё ты ржёшь? Ну, ты просто мои скины как бы не видел. Ну, ладно. Так, у кого, интересно, больше скинов? Точнее, не скинов, а эмоций. У тебя, я так понимаю, только одна эмоция. Ну вот, раньше времени не надо смеяться, как бы. Потому что у меня больше скинов. Да что я пристал к этим скинам? Эмоций. Ну все. Он сдался, как бы. У него только одна эмоция. Ну, теперь мы можем смеяться, в принципе. Так. У нас уже, в принципе, достаточно таки много ресов накопилось. И можем сразу же нападать. Так, у нас тут уже тиммейты наши начали простраиваться. И на этом спасибо. Дальше я могу сам разобраться. Так, у нас тут синий. Ой, какие синие, желтые. Ну, тогда на желтых нападем. У нас, кстати, 3 алмаза. Так. Нельзя их профукать. Быстренько вас убиваем. Минус один. Где остальные? Вот. У себя на респе находится. Тебя тоже убиваем. А вас только 3, да? Ну, тогда все. Всех убили. Давайте-ка прокачаем кирку. Точнее, ножницы, в общем, все инструменты прокачаем. И сразу же пойдем на кого-нибудь нападать. Так, у нас тут челик. Он там что-то, какую-то эмоцию делает непонятную. Ну, ладно, так, там у нас, я так понимаю, зеленый. Или там, там красный. Там только, ой, сорян, я не хотел тебя сталкивать. Правда. Так, тут у нас красные находятся, но у них там просто простроена дорожка зеленая. Так, быстренько тогда нападем на красных. Чё всех так мало-то в команде? Всех по 3 находится. Так, ты куда там лезешь? Не надо никуда залезать. Ну ладно, у нас тут уже фаерпов не хватит, а то нам нечем будет ломать их защиту. Так, вот так вот спрыгиваем и обратно залезаем. Понятно, у него мало хп. Все, минус зеленый. Теперь кидаем в них фаерпол, в их защиту кровати. И сразу же прыгаем. Ой, можно было, кстати, просто спрыгнуть и сломать им шерсть, а потом кровать. В принципе, без фаерпола. Так, хаваем яблочко, чтобы нас не грохнули здесь. Тут уже чел нас ждет. Так, все. Нечего нас было ждать там. И давайте-ка тебя убьем. Все. Всех убили, в принципе. Или. А, не понял, а где красный? Я же вроде всех убил. Или нет? Ну ладно. Сейчас мы его, в принципе, найдем. Если у нас получится это сделать, конечно, простроим дорожку зеленых, пойдем точнее. Так, я что-то не понял, где красный. А, вот, кстати, он. Ой, чуть не упали еще. Так, боков нам, в принципе, хватит. Ой, так, не надо меня, пожалуйста, бить. Так, быстренько валим отсюда. А, понятно, он не за мной бежит. А? Все, упал алмазник. Я так понимаю, это был алмазник. Вроде как. Так, давайте-ка. А, не получилось. Ладно. Ой, мы сами упали. Понятно, мы оба. Да что ты? Понятно. Мы не смогли его столкнуть. И фаерпом промазали. Ну, окей. Быстренько тогда вылезаем наверх и попробуем его убить.
Так, остались только красные и зеленые. По одному челику. Так, красный у нас тут сверху. Да, в принципе, зеленый тоже сверху, если так брать. Так, где вы тут? Понятно, зеленый за красным бежит что-то. Ну, а я за тобой побегу. Так, быстренько бежим. Все, а не, не все. Жалко, что у нас нету огня. А то можно было просто добить сразу. Так, все. Минус зеленый. Остался только красный. А красный, надеюсь, не будет убегать. Ой, мы тут еще грохнемся. Так вот можно прыгать. О, кстати, не потеряли ХП. И наш его добил. Ну что ж, ребят, на этом мы будем, пожалуй, заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я буду троллить этого челика. Всем удачи и всем пока. Если ты перестал плакать ночью, значит, я не звоню.